привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 октября и хочу сообщить вам радостную новость. 10 октября победительница нашей лотереи, нашего розыгрыша Надежда Щетинкина прислала мне письмо о том, что она получила лампу. Кто не смотрел, я напомню, вот эта фирма Марс Гидро предоставила лампу для розыгрыша среди моих зрителей. И многие, хотя какая-то часть зрителей сомневалась, что пришлют или не пришлют, а то мы тут разыгрываем, а может быть, они не пришлют, лампу прислали. И осмотрев ее, я поняла, что эта лампа еще лучше, чем у меня. И на этом я пока больше ничего не буду говорить. Сейчас покажу вам фотографию. Я рада за Надежду Щетинкину. И посмотрев эту лампу, я поняла, что, оказывается, лампы-то бывают разные. Вот у меня немножко другая. И мне так сразу захотелось лампу, как у Надежды Щетинкиной. Вот еще позавчера, 10 октября, пришло от победительницы наше письмо. Но так как писем очень много, я сразу его, если честно, не заметила. Нашла только чуть попозже. И вот Надежда пишет, что наконец-то чудо-лампа приехала в наш дом, и все теперь сияет, светится кругом. Лампа, короче, муж подгоняет полку для нее, внучка лепит наклейки, им еще какие-то наклейки выслали, где можно. А я подбираю сорта томатов, которые можно сейчас посеять. Немного, все довольны и счастливы. Благодарю вас и фирму Марс Гидро. И вот, посмотрев фотографии, я сделала полный размер. Я увидела, что лампа-то совсем другая. У нее есть вот здесь какой-то регулятор чего-то. У меня этого не было. И вот здесь вот, сейчас скажу еще, у нее тут есть. Так. А, вот. Во-первых, им дали какие-то красивые наклейки. У меня этого не было. И вот здесь у них какой-то, видите, как бы какой-то то ли сен... Вероятно, будет показание чего-то. Какой-то экранчик вот такой, как смартфон лежит. У меня этого ничего не было. И у них какая-то вот тут вот, там где это еще розеточка. Ну, короче, вывод такой. Лампы всякие разные бывают. Лампы всевозможные. Да, и вот что значит. Это как сказка про золотую рыбку. Увидев ихнюю лампу, я подумала, да, вот мне бы такую лампу. Ладно, я успокоюсь. И хочу радостную новость вам сказать, но потом отдельно сниму видео, что только что получила письмо, где они, эта фирма Марс Гидро, предлагают еще одну лампу для розыгрыша среди моих подписчиков. И представьте, не только лампу, но еще и палатку. Я даже не думала, что такое может быть, что еще палатку могут нам подарить, но нам еще дарят и палатку. В следующем видео я все вам подробно расскажу. Будет еще два счастливых обладателя. Кому-то палатку, кому-то лампу. Не знаю, как они хотят выслать или в комплекте все вместе. Я еще сама не знаю. Они спросили, будете ли вы заниматься розыгрышем. Если будете, я написала, конечно, буду. Поздравляем еще раз Надежду Щетинкину. И в предвкушении нового розыгрыша поздравляем также и нового победителя. Сразу кто-то еще получит и палатку заветную такую. Все, до свидания.